Всем привет, это канал Туманов Play, с вами я, Владимир, и мы играем в God of War, третью часть, ребята, и улетаем вниз просто благополучно. Ладно, не стоит так делать, надо просто перепрыгнуть. Идем по лабиринту, открываем дверь какую-то очередную. Пандора? Что он сделал? Да все, она, похоже, не встанет больше. Хотя нет, живая. Он запретил мне говорить с тобой. Если я нарушу запрет, он сделает с тобой то же, что и с моим отцом. Никогда. Он сказал, что убьет тебя. Он не сможет. Надо уходить отсюда. Идем. Я покажу тебе дорогу. Пойдем, показывай. Ой. Показывай дорогу, пошли. Фу, наверное, опять не туда, да? Показывай. А, ворота. Какая дорога не туда была. Давай, сюда, заходим. Спаси меня, приз получен. Радос, помоги подняться. Давай, залезай, чё ты? Или мне с тобой вместе прыгать? Ну-ка. Где ты там? А, все, вот R1 надо было нажать. Все, лезем. Давай быстрее уходим, пока тут что-нибудь с этим кубом не случилось. Ну давай за рычаг дернем, посмотрим, что будет. А я как должен попасть, ты чё? А, вон ты мне дверь хочешь открыть, да? Давай, сейчас я здесь нажму. Сейчас, подожди. Чё-то перевернулось. Видела, что произошло, да? Теперь мне надо как-то ползти. Бегу, я постараюсь быстро. Ну-ка, давай. Быстрее ее сейчас раздавит там. Да хорош, а. А, вон, наверх. Нифига себе. Вот так задачка. Да я бегу и так. Быстрее, рычаг. Я не успел, прикинь. Нефиг было залазить туда. О, я могу, видишь, как прыгать. Нормально, сейчас тогда успею. Да падай вниз уже, что делаешь-то? Ну, быстрее, девку спастем хоть. Нажимай, да не с той стороны, куда ты пошел? Толкай. Быстрее вылезай, а то тебя сейчас размажет там. В смысле не успели? Ладно, давай еще раз. Я на этот раз самый быстрый. Давай, прыгаем. Туда, налево, ну быстрее, вниз. Давай, быстрее, еще. Падаем. Да не туда, куда ты попрыгал. Быстрей. Выходи, девчонка, выходи. Спасайся. Вот, все, видишь, как все просто делается. Давай, дальше. Куда, подсказывай, ты здесь все знаешь. Я тут не местный. Куда сейчас? А, вот лестница. Пойдем сюда. И куда? Подожди, вон туда я тебя, наверное, в дырку вот эту заправлю. Иди. Все, ворота мне открой только, я пошел. Все, без меня, что ли, свалило? Ты че, вернись. Давай, открывай.
Ну давай, давай, ползем. Что-то вообще высоко куда-то забрались. Подожди меня-то. Ты куда попала там? Помогите. Да сейчас помогу, легко, смотри, вот так нажимаем, что-то делаем. Так, ладно, это я смогу залезть тогда по ней, да? Ай, вода прибывает, как быть-то, надо быстро бежать. Ну, я до верха, и что, дам потом дальше как? Дальше куда? Дальше-то что делать? А, вот ползти, быстрей. Сетка. Сюда, быстрей, за сетку цепляйся. Ну, Кратос, давай быстрей, быстрей, ползи. Да не туда обратно, зачем ты пополз? Нажимай. Ну перевернет сейчас, что будет? Вентиляторы, да быстрее, быстрее, сейчас тебя размажет самого, быстрее, залази. Дальше что? Там ей уже дышать нечем. Ай, быстрее, 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 сейчас размажет. В сторону. Есть, падай. Рычаг. Покрутили, ну-ка, 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 сейчас все получится. Есть, что-то получилось, только дальше куда? Перевернется, а толку-то? Вода-то еще не ушла. А, все, он сейчас разобьется, нормально, все. Живая хоть? Как туда теперь пойти? Разобьем. Вставай, давай. Нечего отдыхать. Вот так ловушек напридумывали. Так, нам надо взять, подожди. Сейчас пойдем, не переживай, все нормально. Спасибо, Кратос. Наш путь еще не завершен, Пандора. И в конце ты не станешь благодарить меня. Я знаю, что выгляжу как дитя, но это не так. Я видела в жизни много ужасного. И я не боюсь. Я понимаю, что ждет впереди. Я видела, как Зевс пытал моего отца. Я видела, как он страдает из-за меня. Я должна была помочь ему, но я боялась. Гефест поступил, как и любой отец. Защитил свое дитя. Нет. Это все моя вина. Я не помогла ему из-за страха. Страх — это своего рода тьма. В этой тьме я слышала, как боги говорят обо мне. Называют меня чудовищем. Слова ничего не значат. Возможно. Но я слышала... Голова висит. Страх. Страх перед покрытым пеплом воином. Страх перед тобой. Чем больше рос страх богов, тем больше росла моя надежда. Надежда — удел слабых, Пандора. Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Хватит болтать, пошли уже. Он жив еще? К чему приводит надежда, дитя? Ты должна запомнить это. Опять. Давай, подходи.
Давай, давай, все подходите, ребята. Так, надо посветить, потому что еще там одна где-то торчит. На. Не получилось у тебя скрыться где-то там. Мы еще из лука можем пострелять нормально. Так, иди сюда. Да хорош уже, а. Хватит меня тут бить косой своей. Так. Чтоб этого вытащить надо из-под земли там. Что-то опять вас много, слушай, надоели уже, а? Как-то раньше поменьше их было. Сейчас прям полчища. Либо игра уже идет к своему логическому завершению, либо вот просто к чему-то готовят. К переломному моменту, так сказать. Так, верните обратно, не то. Где? Где мои... Вот, руки, руками надо бить. Это все, зато прошибаются и щиты, все, и хорошо все. Все бьется. Ну что-то, правда, много их. Может, уже куда-то надо сдвинуть что-нибудь, а? Ну-ка, давай пройдем, сейчас посмотрим. Да подходи вот сюда уже ко мне просто, и все. Или запрыгнуть надо. Вы когда-нибудь закончитесь, нет? Давай еще раз двинем. И чё? Ничего не изменилось. Так, ну-ка давай, что-то, может, здесь надо было что-то еще сделать. Сколько же вас, а? Не, ну давай всех побьем, что же делать? Заколебал, вылези. Так, как его вытащить-то оттуда? Там, по-моему, можно как-то вытащить. Во, вытащил. Ну и что, не закончились, что ли, еще? Ну-ка, выходи. Залез под пол куда-то. По-моему, один остался вот этот. Все? Во, наконец-то. Давай рычаг сейчас я подвину, залезешь туда. Нажимай кнопочку. Вон уже выход показали, видишь что? Сейчас что-нибудь активируем, давай, поехали на лифте. Только мне тебя как-то вытащить надо оттуда. Из этой клетки. Вон дедал висит. А все, он, похоже, все. Помер. Хотя нет, вон что-то шевелится еще. Что, спасем его?
или нет, или мы так мимо проехали. Мимо, значит, проехали. Ладно, выходи. Мы выбрались на поверхность этого огромного куба, то есть этого лабиринта. И бежим дальше. Так, как здесь? Здесь-то надо как-то аккуратно проходить. Чтобы вниз не упасть. Сейчас я за тобой прибегу. На этом, ребята, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Кто не подписался, подпишитесь на канал. И всем удачи и всем пока.